Я гражданин России. Я гражданин России. Под таким девизом проходила торжественная церемония вручения паспортов 14-летним школьникам Раменского городского округа. Это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья. Я хочу вам пожелать, чтобы вы учились, старались. Чтобы выйти в люди, надо иметь хорошие, прочные знания. И всего вам самого-самого хорошего. Ребята надолго запомнят получение первого юридического документа. Для них это начало самостоятельности и ответственности за свои поступки. Искренне хочется, чтобы вы приумножали честь и достоинство нашей страны. Все наши достижения Раменского городского округа, потому что это ваша малая родина. Достижения Московской области. Наши славные страницы истории, которых у России немало. Очень хочется, чтобы вы их ценили и, конечно же, передавали своим будущим детям. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Колотушкиной Елизавете Андреевне. Чтите его, как говорится, берегите, не теряйте. Помните, и у вас теперь и права есть, и обязанности. Егор Кабанов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести».